В дирекции театра оперы и балета раздается телефон. Алло, здравствуйте, позовите, пожалуйста, Людмилу из кардебалета, такую брюнеточку, такую черненькую. Молодой человек, я не могу вам позвать. Людмилу из кардебалета, театр на гастролях. А, да? А Леру можно? Такая рыженькая, веселенькая такая, в кудряшечках. Молодой человек, я вам говорю, балет уехал, театр на гастролях. Никого нет, все в Саратове. Ой, не, подождите, сейчас, секунду. Такая есть у вас, такая... Жанетта такая есть у вас, крашеная блондинка, знаешь, она брюнетка, но она блондинка такая, у нее такая еще грудь для балерины такая, не очень маленькая. Посмотри, молодой человек, я вам сказала, балет на гастролях, кардебалет в Саратове, что вам от меня надо? Блин, а что же мне делать? Ну я не знаю, ебать хор.